Нас ждет долгое путешествие. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Я жажду принять этот вызов. Это заметно. Я рада, что ты веришь в то, что мы пытаемся сделать. И всегда верил. Я верил в силу с тех самых пор, как стал юнлингом. Имена в списке — это проверка. И я верю, что добьюсь успеха. Мне нравится твоя уверенность. В этом путешествии тебя ждут испытания, с которыми ты еще не сталкивался. Я понимаю. Думаю, я готов. Мы будем рядом, Кэл. Родная планета Зефа. Кордова, должно быть, провел здесь много времени. Кордова всю жизнь изучал историю галактики в самых разных местах. Он брал меня с собой в несколько экспедиций. Было познавательно. Он действительно верил в прошлое? Он верил в будущее. Но будущее без прошлого невозможно. Есть что-нибудь? Ничего нового. Все очень рискованно. Не думаю, что у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Но те, чьи жизни Империя разрушила и подчинила себе, рассчитывают на нас. На тебя, Кэл. Я знаю. Рад, что могу положиться на вас двоих. И мы не подведем. Нужно поддерживать друг друга. Это единственный путь к победе. Внезапное движение не предвиделось. Рассчитанный удар. Иди, Тим. Как раз вовремя. Здесь тоже нет штурмовиков. Видимо, ушли на поиски гробницы. Это хорошо, но в пещерах их будет полно. Сделаю, что смогу, чтобы отследить. Есть в этом что-то странное. Империя не сдает позиции. Знаю. Согласна с тобой. Будьте начеку, ладно? Ты тоже. Нам сюда? Ну ладно. После всех наших прошлых безумий? Еще бы! Thank you.
проклятие! Подкинь один, беги! Поможешь мне, беги? Наши войска нанесли тяжелый урон дредноуту сепаратистов. К сожалению, наш корабль пострадал не меньше. Несмотря на это, я хотел бы довести дело до конца, вместе с вами. Вы знаете, отказываться от битвы не в моих правилах. Thank you.
выход! Нужен разряд. Я ценю это, Биди. Yeah.
Спасибо за помощь. Можешь дать разряд. Спасибо, Биди. В порядке, командир. Где Марсеф? Где мой падаван? Мои люди обыскивают место крушения. Мы его найдем. Есть сообщение. Возможно, от отряда. Подождите, это от верховного канцлера. Thank you.
Иди, подкинь стим. Думаю, мы уже близко. Я еще раньше его заметил. Чувство под ложечкой. Сначала подумал, что это из-за стрипни Гриза. А теперь оно усилилось. Думаю, чем мы ближе, тем хуже мне становится. Явно ничего хорошего. Спасибо за помощь. Темный джедай. Ты
Хочешь забраться по тросу? Этот мотор должен сработать. Ну как тебе? Теперь мы проберемся в гробницу. Просто отлично, Биди. Иди, давай, Стим. Yeah.
Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Мы проникнем внутрь, офицер Крейн.